Карпина и вашей, Евгений Николаевна, это как идет работа по подготовке к приему уже, соответственно, ветеранов, пенсионеров. Давайте по стройке сначала, Евгений Николаевич. Все работы трехэтажные, по 100%. Сейчас проводим пускладочные работы, уже практически их заканчиваем. Что касается трудоустройства, то, к сожалению, здесь сложные грунты, и все, что можно, мы делаем. Как только немножко подсохнут, мы в течение там, 2 недель все работы закончим.